Если не секрет. СВАО. А, ну тогда не земляки. Я просто ищу это самое. Жители Южного округа. Задаю им один и тот же вопрос. Может, кто даст вразумительный ответ. Сейчас, одну секундочку. Может, вы хоть и не в Южном округе живете, может, знаете ответ на вопрос, почему на 2 года закрыли Каховскую линию метро? Если вообще не знаю. Или вы не слышали? Не знаю, вообще. Или вы не слышали об этом? Я даже не слышал об этом. Я по метро катаюсь очень часто, но я даже такого не слышал. Ну, уже год прошел, там шум был, зачем закрыли, сейчас что-то все заглохло. Ну ладно, раз не слышали, то... Не, а как станция метро? Каховская? Линия метро Каховская. Станция. Станция-то ладно, целую линию закрыли. А линия, какого цвета она? Сейчас скажу. Ну, у вас зеленое ответвление. По-моему, она такая, ну, не сиреневая, а светло-сиреневая. Или... Так зеленая или сиреневая? Зеленая – это большая линия, не закроют. От Каховки до Каширки. Хорда, маленькая. Я только знаю, что открыли новую розовую. Да? Розовую надо посмотреть, я даже не знаю. Или Фортово, вот буквально недавно, до коронавируса точно. Ага, так... Там станция Ли Фортово есть, она коротенькая. Ну понятно. А, ну так это вот от желтой ответвления, по-моему. Или продолжение, вот, которое от Марьина идет. Ну, надо посмотреть, я что-то тогда. Я представляю, где это, но по цвету я что-то не помню такое. Надо посмотреть новую карту. Ну окей, ладно. Еще какие-нибудь вопросы есть ко мне? Не, вообще нету. По факту вы, конечно, север, да. Северяне. Понятно. Ну, вы еще как. Вы интересуетесь метро, и я думаю, вы же в курсах, что построили МЦД, например. Называется, по-моему, ЦД или МЦК. А в курсе? МЦД, Московская центральная диаметр. Ну, в курсе. Я в Москве часто бываю, 2 раза в год, наверное, и когда приезжаю, у меня обязательно такой эмоцион прокатиться по МЦК кружок. В одну или в другую сторону. Понимаю. Сейчас, секундочку, 2 секунды. Алло. Алло. Ну ладно. Так вот, это самое. Значит, смотрите. Сейчас, момент. Ну, $2 маленькая. Ладно, не бери, я сам возьму, не бери. Только лимон не бери. Ну все, это майонез. Ну не бери, это стандартная цена, не бери, только лимон, все. Давай, до завтра. Так вот, сейчас, момент. Подключу запись. У тебя эхо большое, повтори. Как дела, спрашиваю? А, дела нормально у вас. Как? Вы откуда будете, если не секрет? Я в Москве. О чем беседуете в рулетке? Какие темы затрагиваете? Вообще разные, на самом деле. Смотря, какой человек попадает. Ну, может, вопросы у вас какие интересные есть? Ну, как-то в основном все в процессе общения завязывается. А, ну это, я ж поэтому и спрашиваю, если есть вопрос, он интересный, вот и завяжется. Ну, прям сразу как-то такого ничего нету, заготовок там каких-то ничего нет. Потому что вопросы, как дела, как настроение, это все рутина. Ну, это такие время, общие, время только отнимает. Ну, такое, с этого все завязывается же, правильно? Сами понимаете, да. А в Москве где, в Москве где живете? В каком муниципальном округе, не понял? Южный.
Но южное это округ. Ну это просто округ. Ну что это? Бирюлево, Царицыно, там, Бутово. Чертаново. Что? Ну вот Бутово чуть повыше, Чертаново района. А, ну Чертаново. А, ну вот, значит, вы, наверное, в теме. Вот я задаю всем жителям Южного округа, каково ваше мнение, каковы истинные причины закрытия на 2 года Каховской линии метро? Я слышал такую теорию, что вот открылся же торговый центр «Ангара». Ну. Вот как, насколько я слышал, ну это, конечно, слухи, я их никак подтвердить не могу, что типа для привлечения трафика. Как это может закрыть линии для привлечения трафика? А, в смысле, в смысле автомобильного, наличных автомобилей вы имеете в виду? Ну да, вот такое. А, ну странно, тогда вообще можно все метро позакрывать, чтобы для привлечения трафика. Вообще глупо. Ну, как бы больше людей ездит, там, что же там, ну просто как слухи. Ну я понял, да. Вообще-то странное, конечно, какое-то решение, непонятно совершенно. Ну да. Вот. А вы, я так понимаю, тоже с наших районов, правильно? Ну, я сейчас живу за границей, а вообще, да, с ваших районов. А где конкретно у вас просто айпишник, как я понимаю, российский? Или у СВПН где-то? Ну, это, в смысле, где я жил в Москве, что? Где я живу? Нет, в Москве? Сейчас в Торонто. В Торонто? Да. Вы с VPN сидите, просто у вас российский айпишник? Ну да, конечно, по VPN сижу. А вы что, хакер? Ну, продвинутый такой дядя. Ну, у меня все-таки канал есть на Ютубе. Надо на VPN сидеть, соответственно. А сколько подписчиков в СНИ теперь, конечно. Вот, кстати, это... Москва с Кубин отправляется с первого. Куда? Проспал! Скорый поезд номер 13 Москва с Кубин отправляется с первого пути. Скорый поезд номер 22 Москва с Кубин отправляется с седьмого пути. Внимание! В платформе номер 4 прибывает пассажирский поезд 59 Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю пассажирский вокзал. Пассажирский поезд номер 68 Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой. Объект со станции Харьков ушел. Да дурака валяли. Разговаривают. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве? Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть они... Кто тебе позволил прослушивать квартиру Брежнева? Ты на кого работаешь? Что вы, Владимир Ефимович? Толя, смотри. Мне известно, этим занимался один из твоих людей. Откуда у вас такая информация? Не важно.